Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Психічні розлади, весняне загострення. Сьогодні тема нашої прес-конференції. Говорити про це будемо разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» лікар, психологиня, психосоматолог, керівниця школи холістичного здоров'я Оксана Одинець. Пані Оксана, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Здавалося б, навесні все починає квітнути, природа пробуджується, з'являється довгоочікуване сонце, і тим не менш у багатьох доволі часто в цей період псується настрій, підвищується почуття тривоги. Це нормально чи, можливо, свідчить про якісь серйозні проблеми з психологічним станом? Да, действительно, сейчас такой период, когда начинает вроде бы все оживать, расцветать, и именно в этот период начинается обострение всех хронических заболеваний, как в нашем теле, так и в нашей психике. Это, с одной стороны, кажется странным, с другой стороны, действительно, для этого есть свои определенные такие предрасположенности. Ну, всем известно, что именно весной начинает снижаться иммунитет, у нас гораздо меньше становится витамин в нашем запасе, но на самом деле это не единственная причина, и я думаю, что об этих причинах, настоящих, внутренних, мы поговорим еще сегодня дальше. А чи можете ви особисто підтвердити, що у якийсь сезон число клієнтів починає рости? Да, да, конечно же. Как врач я могу сказать, что весной обостряются все наши хронические болезни, а также начинаются активизации всех вирусных инфекций. И вот сегодняшняя пандемия опять-таки в этом подтверждение. Весна и осень – это основные периоды, когда начинает снижаться иммунитет. Все, что касается психологических таких вот проблем, они также начинают усиливаться весной. Вообще есть представление, как только солнышко начинает теплеть и начинает все расцветать, все хронические психические болезни начинают расцветать вместе с солнышком. А чи можна себе якось вберегти від сезонного впливу? Да, вы знаете, на самом деле можно. Все дело в том, что откуда берется вот эта весенняя усталость. Все связано с тем, что мы перестали жить вместе с природой, сообразно природе. Если посмотреть на природное состояние, то зимой все на самом деле спит. Спят растения, спят животные, у животных снижается метаболизм. Человек точно такое же биологическое существо, и у него также снижается метаболизм. И если мы посмотрим на людей, которые живут в селах, они спят гораздо больше зимой, чем, например, летом, весной или осенью. Вся планета, на самом деле, все северное полушарие засыпает, и наш вот ночной период времени удлиняется зимой, и время дневного бодрствования укорачивается. Но как только мы переселились в города и начали жить совершенно неприродным способом, мы перестали прислушиваться к себе. И именно из-за этого, из-за того, что мы не слушаем себя, а слушаем какие-то общественные установки, что надо бежать, зарабатывать там, на новый iPhone или спешить, не спать, не останавливаться, именно поэтому появляется такая хроническая усталость к осени. Ой, к весне, прошу прощения, к осени тоже есть определенные свои моменты. А весной появляется вот такая просто несоизмеримая усталость. Ведь если мы посмотрим на природу, то все оживает, везде появляется энергия. Животные после зимы рожают детенышей, у них хватает без витаминов их возможности их выносить, выкормить и создать здоровое поколение. А мы же, не прислушиваясь к себе, не прислушиваясь к своему внутреннему природному циклу, перестаем быть естественными. И тогда весной нам на помощь на самом деле приходит болезнь. Болезнь нас укладывает и говорит: давай-ка, дружок, полежи, подумай вообще, что ты, куда ты спешишь, что ты делаешь, отдохни. Это один из способов наш отдохнуть. Скажіть, от найрозповсюдженішою психологічною хворобою, яка проявляється навесні, як мені підсказали принаймні інтернет-ресурси, є біполярний розлад. Розкажіть про нього, якщо можна, більш детально. Действительно, биполярное расстройство, еще раньше оно называлось маниакально-депрессивный синдром или маниакально-депрессивный психоз, он максимально начинает активничать именно весной. Это связано с тем, что у человека появляется такое вот полярное состояние настроения. То он впадает в такую активность, он очень становится эмоционально возбужден, он движется к такой определенной своей мании. Мания – это не маньяк, это другое совсем. Он становится активным, активность какой-то своей идеи.
И неожиданно его состояние, его эмоциональное состояние сменяется на противоположное. Он становится безучастный ко всему, ему становится неинтересно жить, он теряет полностью вообще интерес своей жизни, и появляется такая сонливость, может быть, даже депрессивное состояние, вплоть до такой попытки, возможно, могут быть попытки суицидальные, потому что человек на самом деле теряет смысл своей жизни. И если мы посмотрим на течение этой болезни, то к утру вроде бы как состояние человека улучшается. И вот больные, которые находятся в стационарах, другие больные говорят, когда приходит врач, ты вроде бы как притворяешься, становится вялым такой, вот депрессивным, а как только врач уходит, опять все у него восстанавливается. На самом деле это просто течение болезни. То есть под утро начинается обострение заболевания, поэтому чаще всего, кстати, суицидальные расстройства именно под утро, весной происходят, когда обостряются все психические болезни, и в том числе маниакально-депрессивный психоз. И, конечно же, периодически начинаются восстановления или даже такой перебор эмоций. То есть таким больным нужна помощь, но если мы говорим о больных людях, то здесь, конечно, нужна помощь специалиста, врача, психиатра. А если говорить о здоровых людях, то у них тоже могут быть такие перепады настроения, и здесь основная причина все-таки в неумении контролировать свои эмоции. Нужно учиться контролировать свої емоції. Дякую за відповідь. Скажіть, все ж таки, стосовно біполярного розладу, як він лікується, можливо, є якісь цікаві методики? Ну, що стосується підбору препаратів, звісно, це зараз не моя задача і не моя, в общем-то, как бы сказать, я не вправе сейчас говорить о каких-то тех или иных препаратах. Это должно быть индивидуально и исходить от лечащего врача. Что касается людей для профилактики, то, конечно же, здесь нужно препараты, которые успокаивают нервную систему, не дают возбудиться, чрезмерное возбуждение не должно быть. Потому что вот это депрессивное состояние, оно связано как раз с тем, что было предварительно слишком большое возбуждение. И здесь очень рекомендуются препараты магния, которые подпитывают нервную систему, которая просто устает. Она устает быть в постоянном напряжении. Ну а что касается каких-нибудь таких необычных методик, то, на мой взгляд, самая естественная методика восстановления человека – это возвращение его нужности, его социальной важности людям. Потому что откуда берется депрессия? Депрессия берется от того, что человек не понимает, какой смысл его жизни. Зачем ему жить? И, естественно, у него появляется состояние, ну, нет смысла жить, вот я тут перележу, смотрю стенку. И для того, чтобы восстановить это, убрать это состояние, человеку важно понимать, не какой я несчастный, вот, да пожалейте меня, я больной, мне нужна помощь, я готов вылить все свои проблемы на ближнего. Здесь важно понимать, чем я могу быть нужным, чем я могу быть полезным окружающим людям. И как только появится это внутреннее осознанность, зачем я живу, для чего я нужен, сразу же появится стимул к жизни. Потому что это, в принципе, основная задача не только при психологических каких-то расстройствах, а для любого здорового человека. Когда человек понимает, зачем он живет, когда он идет за смыслом своего предназначения, тогда нет смысла болеть. Потому что болезнь – это в любом случае наша подсказка, подсказка нашей души через тело, что мы отклонились от своего пути, мы перестали идти за своим предназначением. И в конце концов появляются либо расстройства наши соматические, я как врач-психосоматолог с этим постоянно сталкиваюсь, или уже более глубокие расстройства психологические, потому что психа в переводе – душа, то есть когда мы отклоняемся от задачи души. Дякую за відповідь. Якщо можна, от ви зазначили, мені дійсно було цікаво, саме соматичні прояви. Можете розказати на своєму досвіді найчастіше, з чим ви стикаєтесь? Ну, сейчас, конечно, очень много проблем связано с сердечно-сосудистым заболеванием. Это напрямую связано с тем, как человек проявляется в окружающем мире с окружающими людьми. Вообще причина смерти сейчас, основная причина смерти, по данным Всемирной организации здравоохранения, это сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому это повсеместная проблема, и опять она связана с неприродным поведением человека. Человек куда-то всегда спешит, что-то старается сделать, чего-то достичь.
достичь, быть таким, ради которого бы гордились, восхищались. А зачем это ему? Для чего это? Он теряет смысл этот. И в конце концов, на тебе инфаркт. Ляг, полежи и подумай вообще, куда ты спешишь, почему ты перестал отдыхать и не даешь возможности отдохнуть другим. Если человек начинает активно давить на кого-то, да, начинает доказывать свою правоту, что делает организм? Организм делает то же самое. Появляется повышение давления, потому что я на самом деле давлю на тех людей, рядом с которыми я нахожусь. Либо я это могу делать проявленно или не проявленно. Сижу там и бурчу, да, вот неправильно делают, надо было бы так поступить. И вот это внутреннее состояние, желание на кого-то изменить, желание на кого-то надавить, в итоге дает повышение давления. Ну или наоборот, когда человек пытается уйти от конфликта, не хочет решать какие-то проблемы, хочет убежать от ответственности, я не хочу решать проблемы, я хочу убежать, скрыться, не давить, вот вам и снижение давления. То есть, в общем-то, глядя на тело, можно точно определить и с точностью до миллиметра рассказать, в чем проблема человека и где ему стоит меняться. Розкажіть, хто більш схильний до, скажімо так, зміни настрою, до нестабільного такого психологічного стану навесні? Чоловіки, жінки, чи, може, підлітки, діти? Ну, від пола це не дуже залежить, це більше залежить від емоціонального внутрішнього стану чоловіка. Коли чоловік от такий імпульсивний, коли він дуже довго переживає свої обіди, стан там зависті, тривоги, тобто коли він погружається в це своє внутрішнє емоціональне стан, він перестає їм управляти. Це можуть бути як чоловіки, так і жінки. Ну, що стосується підлітків, це якраз той самий період, який емоціонально нестабільний. Ребенок ще не дуже розуміє, що з цим робити, а внутрі у нього вже кипять емоції. Тому, звісно, підлітки найбільше, вони підвержені таким психологічним заболіванням, а також взрослі люди в кризисні періоди. Кризисних періодів у нас достатньо багато. Це не тільки 12-14 років, як прийнято вважати підлітковий віст. Это и 28-30 лет, когда идет такая переоценка ценностей. 40-42 года, когда опять-таки я уже чего-то достиг, я что-то понимаю, я где-то нужен, и вдруг я осознаю, а зачем это мне было нужно. 55-56 лет, когда опять-таки уже подрастает молодежь, которая становится на руководящие посты, и мой опыт становится вдруг не так нужен. И опять-таки человек не понимает, чего делать дальше, как поступать, как менять свою жизнь. Вот такие вот кризисные моменты, они являются, ну, пожалуй, такими отправными точками для начала как психических заболеваний, так и многих хронических заболеваний тела. Як взагалі контролювати свій психологічний стан, як не дозволяти погоді впливати на настрій? Ну, опять-таки, нужно вернуться к себе, к природному. Нужно научиться слушать свое тело. Если мы начнем слушать свое тело, мы вдруг неожиданно увидим, что мы живем вообще-то совсем не так. И когда нам положено, да, по времени завтракать и бежать на работу, если мы прислушаемся к себе, мы увидим, что, ой, а у меня, оказывается, во рту пересохло, я пить хочу, а есть-то я не хочу. Или я буду сидеть и мучиться на каком-то совещании, и вдруг я прислушаюсь к себе и почувствую, что мне надо выйти, поприседать, там, размять шею, сделать какие-то упражнения. Это совершенно не так, как мы привыкли. И если мы будем слушать себя, мы вдруг неожиданно обнаружим, что мы становимся частью природы, мы становимся частью этой планеты. И тогда не придется вот этой погоде нас выбивать из нашей неправильной колеи, потому что погодные условия, вообще люди, которые подвержены вот таким климатическим изменениям, которые подвержены, есть такая зависимость, да, климатическая, это скорее всего, у них в глубине, уже в их сознании созрела потребность чувствовать себя больше, чем просто отдельно взятое туловище, которое ходит вот и делает, выполняет определенную работу. И когда человек становится уже более природным, он начинает заранее чувствовать погодные условия, заранее к ним приспосабливаться. И тогда он понимает, что сейчас мне нужно отдохнуть, лечь поспать и не спешить никуда. А сейчас у меня активность моя повышена, и я не вместе со всеми должен выполнять определенную работу, а именно в свой органический, мне биологический период. И тогда не будет такого сильного влияния на нас погоды.
На початку весни лікарі рекомендують лягати спати на годину раніше. Як це може допомогти боротися з проблемами психологічного стану? Ну, это, кстати, о том же, да? То есть это, в принципе, один из способов почувствовать себя. Когда мы ложимся спать чуть-чуть раньше, мы умудряемся погрузиться внутрь себя. Ведь сон – это не просто расслабление наших мышц. Сон – это способ продумать, проанализировать, синтезировать все то, что происходило за день. И поэтому мы тогда не спеша делаем этот синтез, и тогда, говорят, утро вечера не мудренее, совершенно не случайно. Это потому, что за время сна происходит синтез и понимание, как выйти из той или иной ситуации. И тогда, когда мы даем себе возможность спокойно отдохнуть, лечь на час раньше или дать себе возможность вовремя остановиться, то тогда, конечно, мы начинаем, нам нет потребности заболевать, потому что болезнь – это просто наш способ вернуться в более природное состояние. Вообще все болезни – это подсказка нашего тела. Если мы будем относиться к болезням не как к проблеме, а как к товарищу, другу, мы очень много сможем в себе изменить и будем… Вот не случайно Синельников говорил, да, возлюби болезнь свою. Не потому, что ее надо там лелеять, а потому что к ней нужно относиться как к подсказке, к нашей подсказке организма. И тогда мы сможем быть не просто более здоровыми, ну і більш щасливими. Пані Оксано, я вдячна вам за наше спілкування, за ваші відповіді. Хочу наприкінці так запитати, коли я представляла вас, я зазначила, що ви є керівницею школи холістичного здоров'я. Думаю, неправильно буде якось оминути цей термін, тому що з поняттям холістичне здоров'я, думаю, стикається не кожного дня і далеко не всі. Можете розказати, що це і про що це? Так. Вообще холизм означает цельность. И вот холистическое направление есть в медицине, оно, в принципе, существует давно, и оно связано с тем, что человек рассматривается цельно. Не только как органы и их взаимодействие, а как его психика, как способность его воспринимать других людей, воспринимать окружающий мир. Но наша школа холистического здоровья, я думаю, на данный момент пошла еще дальше. Потому что цельность – это не собрание частей в целое, а это видение цели. И когда вот это все целое еще видит цель, для чего оно существует, тогда, конечно, нет смысла появляться болезни. Тогда болезнь мы будем, если она даже появляется, рассматривать как путь наш возвращения к нашей цели. И тогда вот холистическое здоровье сейчас развивается активно, и наша школа очень активно принимает в этом участие. Тогда мы начинаем жить как части Вселенной, как части природы. И, в общем-то, вся природа идет нам на помощь, она идет нам в поддержку. Мы не боремся с ней, не пытаемся ее победить или стать там во главе всей природы. Мы становимся частью единого организма. И тогда нам становится понятно все, что происходит с нами, с наших семьях, на нашей работе. Нам становится все, что ясным и понятным, все, что происходит в наших обществах и вообще на нашей планете. И тогда каждый из нас понимает, что идя к своей цели, через свое предназначение, мы можем изменить не только себя, но и весь мир вокруг. Дякую вам за відповідь, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про психічні розлади, які загострюються навесні, як позбутися від впливу сезонності, розповідала нам наша гостя, лікар, психологиня, психосоматолог, керівниця школи холістичного здоров'я Оксана Одинець. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!